Бро? Бро, ты где? Бро! Черт, но это не шутки, где ты? Ладно, может просто попить пошел, я за ним. Бро, извини, что я без стуков в сортирную. Нету его. Может, он у Милкова? Эй, мелкий, мелкий, проснись, мелкий. Что такое? Что? Ты не знаешь, куда твой брат ушел? Он пропал. Пропал? Я тоже буду плакать. Хотя мне уже пора плакать. Если позвонить ему. Точно. Сейчас позвоню. Пойдем. Сейчас я телефон найду. Ладно, позвоню по Вейберу так. Через компьютер. Конечно, есть подозрение, что он свой телефон оставил, но все же надежда есть. Музыка идет, он не берет. А чем таким железным пахнет? Железным? Слушай, это не смешно. Пойдем быстрее, малыш. Это запах солицы. Это кто? Это Брайан. Он убил моего брата. Валим быстро! Бегом, бегом! Лец. Он убил моего брата. Все нормально. Успокойся. Сюда он не зайдет. Все будет хорошо. Не волнуйся. Здесь оставаться опасно. Я
хотя бы спрячусь в ванной. Тетя, а вы кто такая? Поздно прятаться. Нет, нет!